У Гомельской области подвели выники кампании по вакцинации супраць грипу. Прошепку зробили около 550 тысяч человек. Охоп наибольш уразливых групп населения склал больше, как 75%. В областном центре гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья поведомили, что эффективность кампании будет оценена после закончения сезона захворывания. Але практика показывает, что сродки, затраченные на вакцины, себе оправдывают. У среднем на каждый укладенный рубль отримливается эффект у 13 рублей.